театрально-концертном центре «Щелковский театр» прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека. Это праздник – повод еще раз выразить признательность нашим родителям, бабушкам и дедушкам. В фойе состоялось торжественное награждение победителей конкурса чтецов «Музыка и поэзия для души», который приурочили к этому дню. В моей судьбе ты стал, пожалуй, главным среди тех мест, где жить не довелось. Праздничное настроение гостям мероприятия дарили артисты Щелковского театра, солисты и эстрадно-духовой оркестр, главный дирижер Виталий Ананьев. На музыкально-поэтическом вечере прозвучали произведения, любимые многими. Среди них вальс из музыкальной иллюстрации к повести Пушкина «Метель», куплеты «Эскамильо» из оперы «Кармен», попурри на темы известных мелодий Моцарта и многое другое. Также со сцены звучали стихи. Пусть листочки календаря облетят, как листва усата, только знать, что все не зря, что тебе это вправду. Концерт, посвященный Дню пожилого человека, добрая традиция нашего округа, в котором ценится преемственность поколений. Мария Синина, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.